Всем привет, дорогие друзья, с вами Максим, я прохожу Amazing Spider-Man 2, мобильную версию, пока что мобильную. Я завершил 0% 7 главы, потому что в предыдущем видеоэпизоде прохождения я фармил золото. Твою мать, чтобы пройти сюжетную миссию, мне нужно было купить способность, которая стоила очень дорого. Я там больше часа играл, нафармил, купил эту способность, и теперь наконец-то смогу начать проходить главу номер 7, финальную главу. Уж не знаю, сколько видео еще потребуется, чтобы добить эту игру. Но я надеюсь, что не больше двух. Купил я эту злосчастную способность, да? Если вы смотрели предыдущий эпизод, то знаете, что вот эта хрень за 6000, которая значительно увеличит эластичность паутины, была необходима, чтобы пройти сюжетную миссию. И я направляюсь. 1,5 километра. Почему же я так далеко респаунился? Там мужик попал в аварию, и чтобы оттащить машину, почему-то нужна была крайне необходима эта способность. Ладно, я ее купил. А теперь пойду спасать невиновных и обездоленных. Между прочим, сразу же после завершения летсплея Amazing Spider-Man 2, мобильная версия, вот прямо сразу после него я буду играть консольную версию Amazing Spider-Man 2. Она уже есть у меня в наличии практически. Скоро доставят, да? Скоро мои хитрые наноботы ее доставят. Буквально в течение дня. И к концу мобильного летсплея сразу начнется консольный. Буду играть на PlayStation 3. Изначально думал, что мне принесут версию на Xbox, но нифига, на PlayStation 3 она оказалась раньше. Help, ой, черт, бандиты! Опасные бандиты! Мы помним, что Электро в одном из предыдущих эпизодов выбрался на свободу, и теперь он делает пакости! Расставляет различные ловушки людишкам. Все, говноедов мы изнурили. Теперь можем спасать горожанина. Быстро понажимаем на кнопки. Супер. А, телочку отнесем в больничку. No, not crazy at all. It's even worse. Ну все понятно, Электро напал на очередную жертву. Пытался убить ее, изнурить. Ну понятно, что он такие действия делает, чтобы подорвать силу воли. Буквально Человек-паука. Но мы же не сломаемся. Мы спасем всех невиновных и накажем всех бандитов. Спасли. Классно. Thank you, Spider-Man. I'll never forget this. Пожалуйста. Я спас горожанина и прошел сколько, давайте. О, да, целый 1%. И теперь мне нужно выполнять Spider-Man. Случайные миссии. Hey. Будто бы в предыдущей главе их было недостаточно. Hey, Spidey. Can I have... Sure. Давай, автограф тебе. Maybe not. А тут и на мою фанатку напали. Ой, постойте, я же забыл события активировать. Что? Какую еще арену Мистерио? Зачем мне вообще арену Мистерио? Ладно. Всего лишь два противника, которые хотят побороть меня. Но у них же это не получится, не так ли? Дорогие друзья, мы их сейчас отметелим. Вонючих маленьких грязных сучек. Все. Я остановил преступников, избил их, изнурил. Прошел 4% главы 7. Последней главы в Amazing Spider-Man 2. Мобайлная версия. Давайте, давайте. Я уже тут не буду, знаете, пытаться как-то... Ох ты!
Грабитель, да? Грабитель, не так ли? Ну, остановил я его своей паутинкой. Да, вышло несколько мужиков. Ого! Знаете, мужиков почему-то больше, чем можно было изначально полагать. Целых 4 огромных бугая. Не так-то просто их избить, они еще должны попытаться тебя атаковать. Осталось всего лишь 2 мужика с щитами. Странно, они как будто бы мне поддаются. Да, смотри-ка, не сильно, да, поддался? Все-таки решил меня атаковать, злой супостат. Ну ты остался последний. А у меня целых 6 пробирок с поправлением здоровья, с регенерацией. Очень клево. Остановил угонщиков. Это были непростые угонщики-то на самом деле. О, 7% пройдено. Классно. Давай-ка, в темпе. Там какой-то девочке нужна была наша помощь, но мы предпочли вместо этого валить мужиков. Да, очередной полицейский под прикрытием, супер клево. Где-то тут была девочка, которой надо уже помочь. 10% главы пройдено. Вот она, застрявшая под машиной. А людям все равно. Они стоят и занимаются своими делами, говорят по мобильному телефону, пишут смс-ки, ВКонтакте, Фейсбучик, и им нассать на произошедшее. Вообще, когда происходит когда авария такая, знаете, нестандартная, то людям обычно не все равно, они что-то пытаются предпринять, хотя бы убедиться, что человек-то жив-здоровый, ничто не угрожает его жизни. Но в этой же игре люди сволочи. Им до жопы, абсолютно. И best of the best. Сейчас наш товарищ пойдет очередную сделку улаживать. Не так ли? Полицейский под прикрытием очередной. Ну, видим, да, какой-то нищеброд, оружия даже у которого нет. Но этот хоть чувак пару кинжалов с собой, пару тесаков носит. Да, пожалуйста, тебе бичара, больше не раскрывай свою личность. А у меня тут новая бомба, которую заложила... Девочка с труднопроизносимым именем, прямо на крыше где-то она. 300 метров. Да доберусь я до этой бомбы, не переживайте. Разминирую, все будет великолепно. Даже мне за это бабла немного отвалят. Вот, и там еще картинку какую-то я посмотрю. Или это номер Daily Bugle, неважно. Я теперь надеюсь, что для завершения этой главы больше не требуется покупать никаких навыков. Это было бы крайне... жестоко. А тут, по всей видимости, снайпер. Обычно снайпера сидят на этой крыше. Да, так и есть. Ну что? Сам напросился, а? Наемник ты. Жалкий. Действительно, это было весело. У меня уже 1000 рублей в кармане. Уже перестаю быть таким бичом. Более-менее знатным человеком становлюсь. Тут очередной угонщик. Сейчас вылезут несколько парней. А нет, там менты уже разобрались, все нормально. Даже не пришлось рукоприкладствовать в этой ситуации. Стремительно проходим главу 7, уже 25%. Ну... кому здесь нужна моя помощь? Опять очередной мужик под прикрытием. Блин. Да отойди ты. Здоровяком-то я разделаюсь.
Все, не благодари меня, пожалуйста. 28% главы 7 пройдено. Следующая миссия. Да, это клево. Всех завалю. Невинную девушку. Так ли она невинна? Скоро мы это узнаем. Но, может быть, купить... А, у меня же нет денег. Какой там купить? Хотел продолжение этого комбо купить, но у меня же нет денег никогда. Я же бич-паук. Где снайпер? Не вижу я никакого снайпера. А если и увижу, жить-то ему останется недолго. Там вертолет надо спасти. Ой, чуть не упал. В бездну я. Да не убьете меня, жестокие глайдеры. Уже научен справляться с вами. Где-то здесь были преступники и мошенники, но они, видно, сделали свое черное дело. А мне тем временем дали очередную ампулу для поправки здоровья. Походу, для финальной битвы мне даже закупаться не придется. Я надеюсь. Давай, отнесем тебя к доктору, если только ты не очередная подсадная утка, которая была нанята, чтобы отвлечь Человека-паука. Весьма спорное занятие, дорогие друзья. Я думаю, в современном мире подобная практика не часто практикуется. Хотя... Нет, я не прав. Да, я так и знал. Русские злобные бандиты пытаются установить бомбу. Русский злобный бандит сейчас будет наказан. Ай! This is too easy. Ух, парниша. Ничего я за деревьями-то не вижу. Ууу, с дробовика в меня пальнул. Ничего святого в тебе нет. Настоящего героя палишь из дробовика. Умри за это. 8 ампул со здоровьем. Не знаю даже, чего еще от этой жизни можно желать. Только того, чтобы твой пукан разорвался. Пол жизни, видели? Один выстрел в паучка, пол жизни. Ну, хорошо. Но если бы два раза подряд выстрелил, все. Жопа. Или заново, или давай 66 рублей и регенерируйся. Это они, и с ними я должен разобраться. Страшнейший. Ну, вставайте. Это нужно с кем-то поразвлечься. А вы тут играете в мертвых маленьких мальчиков. Умертвили мы преступников. Подлечили жизни. Все. 40% до главы пройдено. Очередной автоугонщик. Сейчас мы избавим мир от него. И начинается. 5-4. Пацана с клёвым вооружением. Готовые сражаться до последнего.
Все, всех избавили от этих щитов. Теперь можно наваливать, насаживать их буквально. О, менты приехали, смотрите, вы обратили вообще внимание, что менты приехали и как-то вот быстро удалились. Странно это все. Вставай, ты мне комбо прервал. Не дал мне красиво завершить бой. Свой танец, великолепный танец жизни и смерти. Решил полежать подольше. Это такая тактика на самом деле, да? Жалко, что в этой игре нельзя пинать лежачих и невиновных. Ох, как бы я знатно поразвлекался тогда. Что-то много автоугонщиков, согласитесь. Прям вот сегодня зашел в игру, и дофига автоугонщиков. И еще что-то у меня... Какая-то байда с управлением, походу я пацана упустил. Да нет, я не должен его упускать. Ой, какие тормоза. Эпические. Эпические тормоза. Да давай уже. Как не удалось, я уже на хвосте у него был. Чертовщина какая-то. Да это ж наверняка твоя фанатка, Человек-паук, неужели ты не понимаешь? Ты б уже написал смс-очку, типа. Ты убедила меня в том, что ты великолепна. Давай встретимся и займемся делом. Хватит уже ерундой страдать, обезвреживать бомбы. Ну как-то я автоугонщика не догнал. Хреново дело, ведь я сидел у него на хвосте. То есть там догнал или нет означает не то, что он у тебя, от тебя удрал, а то, что ты определенное время не смог наказать виновника всей этой ситуации. Несмотря на то, что ты у него прямо на хвосте сидишь. Странно это все, странно. Но такова условность игры. А мы очередную бабу садим на жоп. Все в порядке. Ах ты, падла, опять подсадная утка и опять русский опасный бандит. Вот кабалалайка, матрешка. Сейчас будет в полной комплектации у наших многонеуважаемых злодеев. Ну где ты, анальный богатырь? Сейчас я расправлюсь с тобой. Ёлки-палки. Мне кажется, у одного из парней там какое-то оружие есть. Или иначе, да, действительно. Блатное клевое оружие. Подумал, зачем он так отдалился-то от основной группы сражающихся. Для того, чтобы выстрелить Человека-паука. Остановил я преступников, молодец. Прошел 49% прошел. Hey, Spider-Man. I can't believe it's you. Да, детка, это я. Нашел фаната, а фанат, соответственно, нашел своего кумира. Все великолепно. 50% главы пройдено. Best new attraction! Get ready to ride the lightning to the afterlife! Вот это срань, мужики! Там же черная кошка! Вы видели, что там черная кошка? Видимо, Видимо, на половине главы у нас босс! Босс Электро! Неожиданно! Очень заманчиво! Что же за битва непростая нас ждет? И как черная кошка смогла попасть в лапы? А может быть она специально, то есть угодила в ловушку же, чтобы поучаствовать в этом аттракционе жизни и смерти? Хотя на самом деле это не более чем нелепый маскарад супергероев и суперзлодеев. Вот Электро однозначно суперзлодей. Оп. Да давай уже! Никак на эту башню не залезешь, Оскорб!
победите всех. Ого! Да мне еще это и на время надо сделать. Непроста задача Человека-паука, я вам скажу. Я думал, на время нужно только сюда добраться. О-о-о! Даже пришлось подлечку использовать. Давай, за 2 минуты я же могу и не успеть. Да хватит уже! Ой, затрахали. Пришлось вторую подлечку использовать. Полторы... Нет, 50 минут еще. Я должен разделаться с ними со всеми, пока не умерли невиновные. Связал мужика, постой, пока там я разберусь с более-менее ценным соперником. Как-то поздновато у меня пукан рванул. Spider-Man, if you disable the devices, it should disable this electric field. Sure thing. First I just have to kick these pests. Давай скорее! Вот же балабол. I need to wash this costume later. Being a hero is dirty business. Так, а видимо еще будет драчка будет с Электро, видимо. Сейчас я всех спасу. Да я сделал это. Thanks, Spider. What took you so long? Да торопился! Аж дым шел у меня из всех мест. I like to be fashionably late to most events. It's nothing personal. Where'd Electro go? А вы заметили, nothing personal перевели как-то неправильно. He has more hostages. I was trying to figure out where they all were when he caught me. I'm not strong enough to face him alone. I can't let him hurt anyone. It's time for that electrical scourge to be shorted out. А как же остальные заложники? Их не надо отвезти в безопасное место. Только самую сочную телочку взял, да? Ну я его прекрасно понимаю, да. После того, как мы отведем черную кошку в безопасное место, нужно замочить Электро, выбить из него всю дурь. Пройдите 7-ю главу 90%. Серьезно? Серьезно? Сейчас будет финальный бой? Как-то вы вообще обратили внимание? Там же было что-то типа 49%. Вот я спас черную кошку и сразу 100%. Не сбалансировано, однако. Ну ладно, пойду я сейчас замыкать попку Электро. И, наверное, мне тут нужно что-нибудь-то накупить. Хотя бы, может быть, какой-нибудь навык 1000 за 1500. Так, 2000. Повышает количество очков за завершение. Уже не требуется. А все, больше я ничего вообще здесь не могу купить, кроме как подлечек. Давайте я серьезно куплю себе подлечек. Не знаю, что за бой будет, сложный или нет. Но вот одну я использую, и штуки 3 надо бы купить. Раз... 2, 3. На всякий случай. Возможно, бой будет очень-очень непростым. Там же еще и где-то Грин Гоблин засел в исполнении Гарри Осборна. Абсолютно сумасшедшего паренька. Spider-Man, we meet again. Release the hostages, Electro. This is between you and me. I don't think so, Spider-Man. Not anymore. First I'll beat you. Then I'll let you watch as I fry them one by one. Ох, какая драма! Какая драма! Ай! Ай! Ты же мне причиняешь ровно нисколько.
Так. Что мне делать с тобой? Ну, понятно. Сейчас нужно уклоняться. И повредить я его не смогу, пока что. Ну сколько я тут плясать буду? Возможно, что некие действия нужно совершить, а вот какие? Ну понятно, что он электрический, он гораздо быстрее меня. Чертовщина. Закидать паутины его вообще никак не получается. И это печально. Может, он должен своей этой шнягой куда-то в определенное место выстрелить? Да запарил. Запарил ты уже, мужичок. Но вполне возможно, что увернувшись от него некоторое количество раз, все должно сработать как надо. Но что-то я в этом сильно сомневаюсь. Я связал его? Да ну нахрен. Смог его связать. Ха, говнюка такого. То есть не все так сложно, его просто нужно связать. Да! Замечательно. Сейчас увернусь и еще свяжу. Ай. Да прекрати, мне даже не больно. Совсем не больно, парень. Понимаешь это? Вот я тебя бью. Тебя настигают удары, а меня совсем нет. За все то время, что ты меня пытался поджарить, ты мне нанес какие-то... вообще жалкие абсолютно. Несколько процентов. Все, связан, электрический мужичок. Не выбраться тебе из моих оков. Еще пару раз и будешь готов отправиться на тот... Хотя нет, это ж Электро. Он же не может отправиться на тот свет. Не так ли? Так, нет, все-таки первый способ атаки был более, блин, эффективным. Давай уже. Запутали его в свою паутину. Я даже не пытаюсь уворачиваться от его атак. Абсолютно бессмысленное занятие. Просто берем и связываем ублюдка. Начинаем его долбить. Ну? Победили? No, just let them go. I could do that. But I want them to be in position for the surprise. What surprise? You actually making a good decision for once? Wrong, Wallcrawler. I'm gonna show this city a light show it will never forget. By blowing up the biggest building in town. No. Oh, the Oscorp building. They'll kill thousands. You have a choice, Spider-Man. Save the hostages, or save the building. I really wouldn't want to be you right now. Black Cat, you know those favors you owe me? I'm calling them in. I need you to save the rest of Electro's hostages while I disarm the bomb. You got it. This one is on the house, Spider. Ooh, I wonder what new comics come out this week. Так, секундочку. Я же замочил Электро, правильно? И что теперь мне нужно сделать? У меня вот тут есть два задания, на которые я должен стремительно пойти. Я не упущу возможность спасти заложников или что там надо сделать. Но мне казалось, что бой с этим голубым чертом будет более затянутым и эпичным. Но он и не кончился, потому что мы его не завалили. Там представить более серьезные делишки. Так, тут генераторы.
Ай! Больно! Кажется, он стал немного больнее бить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе. А парень-то в натуре стал сильнее бить. Но мы в любом случае... Ах ты! Как-то я не очень-то его связал, обратили внимание? Теперь он может в любой момент появиться. Да давай уже! А что-то ему, знаете, дамаг как-то даже... Ах ты, параша какая, не наносится! Ублюдку дамаг не наносится почему-то. Вот, пошел, пошел, пошел. Хорошо пошло. Ё-моё. Не ожидал я такого. Количество фаерболов. Ой, связан. Блин, как-то не очень-то, не очень крепко мы его связали. Я теперь даже не могу от его выстрелов уклониться. Обратили внимание? Больно. Но мой костюм позволяет избежать большую часть угрозы. А также атаковать его еще раз. Не, на таком дальнем расстоянии, наверное, ничего мне не выйдет. Да, вот он опять испарился, появился. Сейчас опять попытается. Не, ничего у него так... Ах ты, ничего. Все, у него неплохо выходит мочить Человека-паука. А у нас не очень получается. Как-то вот через один, обратили внимание, да? Один раз атаковал, все прошло как надо. Да что за... Не мог я выйти за при... Меня оттаскивает. Да. Третий раз его смог долбануть. Может, уже пора подлечиться, как думаете? Почему-то я бегу. Куда-то не туда бегу. То есть у меня не получается, видите? По направлению к нему не получается бежать, он меня отталкивает. Нет, нет. Выпью ампулку. Говнюк. Пора мочить, пора наказывать его. Не нужно забывать, что еще где-то бродит зеленый гоблин. Хотя, может быть, он уже все спекся и решил покинуть нас. Да, очередной фейк. Притворился, будто бы он связан. А как насчет сейчас? Можно? Да, проход завершен. Только почему-то негодяй-то не хочет сдыхать. Он атакует меня. Больно. И самое печальное, что он не промахивается. А уклониться никакой вообще возможности нет. То есть то у нас паучье чувство предупреждало о опасности, а сейчас просто ничего. Вот она, возможность призрачная была. Получилось связать его, а вот получится ли наказать? Да, действительно получается. Еще немного нужно голубому мальчику без штанов. Он должен был быть, на самом деле, в Ultimate Вселенной без штанов. А это какая-то странная пародия, пародия на Электро. Давай, давай, появляйся. Мне нужно совсем немного, чтобы держать вверх. Ай, не вышло. Не вышло, потому что он распутался очень быстро. Телепортируется тут и там. Давай уже будь связан.
Нет, урон просто не проходит по нему. Знаете почему? Потому что так не было запрограммировано. А вот сейчас, наверное, можно. И сейчас урон просто не проходит по нашему электрическому парню. Давай, давай, уже появляйся, да пора заканчивать нам с тобой эту веселую забаву. Не выходит. Не выходит. Электро меня крайне достал уже. Крайне. Просто крайне. Ну же! This time, Spider-Man, I've learned a lot since the last time we met. I'm Lightning Incarnate! Wow, did you come up with that, or was it the last date you had? You dare mock me? Time to fry, Webhead! Ну, дорогие друзья, это было очень странно. Завершился 7-й эпизод. Окей. О, да это же титры! Невероятно! Мы их, наверное, не будем смотреть. Электро открыт для арены. Нет, 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 к чертовой матери, не хочу я никакую арену. Идите куда подальше со своими аренами. Големами. Мне дали награды. Я прошел 7-й уровень. Это последний уровень. И больше... Как это больше? Смотрите, здесь прохождение... Показали титры, но при этом... При этом там есть... еще какая-то фигня. Я проигнорировал. Как так? Видите? 0%. То есть это имеется в виду... Какой-то босс дополнительный, или это... Что не так? То есть, есть ли счетчик прохождения миссии? Если он есть, ха, тогда еще не все закончилось. Сейчас мы посмотрим, отведем эту бабу и посмотрим, тикает ли наш счетчик. Если тикает, то придется дальше проходить, дальше стараться. Да-да-да-да-да. Пожалуйста, пожалуйста. Я спас жителя. Ноль процентов. Это, блин, очень странно. Ведь я же... Короче, унес жителя в спокойный и мирный, и теплый. Не знаю, откуда он там падал. Сейчас по-быстрому справлюсь с мужиками. Мне просто нужно понять. Она не очень похожа на мужиков. Мне нужно понять, есть ли дальше миссии. То есть, стоит ли на этом останавливаться. Потому что, ну, если 0%, там еще моргает синенькая, то сюжетное должно быть. То весьма вероятно, что это еще не конец. Это еще не конец. Дорогие друзья, какая же длинная игра. Длинная она, естественно, за счет того, что нужно фигней заниматься. Типа той вот, что прямо сейчас практикуем.
Естественно, никакого проскилла я на боссах не показываю, это все черный костюм. То есть, хотите спокойно играть, покупайте черный костюм или айрон костюм, какой вам больше нравится. Sorry, Spider-Man. Ах ты, утка подсадная. Очередные преступники пытаются взорвать какую-то часть Нью-Йорка. И судя по таймеру, мне не просто будет до них вовремя добраться. Но я-то уж постараюсь замочить русских бандитов, злых мужиков с водками и медведями под мышкой. Где же вы? Вроде бы я ж не так далеко убежал. Мужики, давайте уже. Появляйтесь скорее. Вот они. Я под прицелом. То есть имеется парнишка с пистолетиком. Вот он. Сладенькой. Ну ничего. Разберусь первым с тем, кто больше всех ко мне пристает. Ай! Смог меня ранить! Да я еще и под прицелом! Еще раз меня смог ранить! Какого черта? О, господи! Да что с вами, ребята? Стойте вы на месте уже! Пока я с вами разбираюсь в своем паучьем стиле. Делаю вам подножки! Подсечки! Давай! Ну как нежно в этот раз замочила. Мне кажется, да. Странность заключается в том, что... я-то как бы прошел две миссии, но прогресс не идет вообще. Что для этого надо сделать, для того, чтобы пошел прогресс? Не знаю, но появилась еще одна миссия с кедами. Что это такое? В общем, пишите комментарий, если вы знаете, что тут да как. Мне как-то уже лень разбираться с этой игрой, потому что она у меня сидит в горле. Я замочил боссов семи глав. Замочил Электро во второй раз. Но с зеленым гоблином-то я так не справился. И, между прочим, босс-носорог... Как же, он по сюжету фильма-то был в конце, а тут нам его еще не показали. Возможно, нужно несколько каких-то выструганных действий сделать для того, чтобы начался прогресс и появился босс-носорог. В общем, пишите комментарии, если вы знаете, что почем. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. С вами был Максим, и всем спасибо за просмотр!